Для теста нам понадобится 4 стакана муки, 200 грамм сливочного масла, полстакана сливок или сметаны, полстакана сахара, 1 чайная ложка соды и сок лимона. Для крема 1 банка вареного сгущенного молока и 200 грамм сливочного масла. Для украшения сверху 100 грамм очищенных орехов. Сливочное масло натрите на терке, добавьте сюда сахар и разотрите. Затем сюда добавьте сметану или сливки, гашеную соду и перемешайте хорошенько. Потихоньку добавляйте муку, размешивайте и замесите крутое тесто. Тесто готово. Готовое тесто не должно прилипать к рукам. Дальше это тесто нужно прокрутить через мясорубку. Поставьте в горячую духовку, разогретую до температуры 180 градусов. Через 15 минут достаньте из духовки, накройте салфеткой и оставьте остывать. Раскрошите корж и смешайте с кремом, сгущенка взбитая со сливочным маслом. Уложите горкой, а сверху присыпьте измельченными орехами. Приятного вам аппетита!